Talmud Yerushalmi Traktat de Maidav Zain, лист 7, Ирацион, Шири, Дивери, Торни, Шатрон, Тим, Фанам, Вирацион, Вирацион, Шимор, Хамим, Урхайм, Бевен, Шинзе, Повега. Сахата, Мисун, Хатрин, Зарин, Шалом, Борис, Бона. То первая глава, третья Аллаха, говорит Мишната, Калокях, Зе, Лизера, Любихема, Леке, Магло, Урод, Вешемен, Ленер, Шемен, Лесух, Бо, это Келим, Патур, Минат, Майм, Скаль, Человек, который берет, покупает урожай, продукты у Амаареца. Мы не знаем, это Амаарец отделил десятину или нет. Эта продукция называется Дмай, и мы должны отделить от нее десятину. Это только если человек покупает для того, чтобы ее съесть. Поэтому Мишна говорит, человек, который купил семена у этого Амаареца, чтобы посеять, или для того, чтобы кормить животных, или он купил муку для того, чтобы обрабатывать кожу, шкуры животных, или купил масло для того, чтобы зажигать от него свечи, или масло для того, чтобы натереть ими посуду, во всех этих случаях он освобожден от отделения десятины, который он, урожай, который он купил у Амаареца. Мина гзив улагалан, потом мина дмай. Из города гзив и дальше он освобожден от законов дмая, потому что это уже считается территорией за пределами Израиля. Дальше говорит Мишна, халат Амаарец. Гамедуме, беалокеях бекесев маасер, ширея менахот, птурим мина дмай. Амаарец сделал тесто. Отделил от него халу, от этой халы тоже не нужно отделять десятину, не нужно отделять дмай. То же самое в думе, если у него есть продукция, где смешана простая продукция и трума, которую отделили для коэна, которая имела святость, и не было там в 100 раз больше, чтобы она там растворилась, тоже не нужно от нее отделять труму от масрот. Человек, который, у него есть деньги второго масера, он пришел в Иерусалим и купил там еду у Амаареца, тоже нет у него законов Дмая. Вя Менахот. Менахот, мы с вами говорили, человек, который принес Минха в Бет-Амикдаш. Коэн брал 3 пальца муки для жертвенника, а все остальное оставалось им, чтобы они могли это съесть. Там тоже не нужно отделять по законам Дмая, Птурим, Мина Дмай. Вешемен Арев, Бет-Шамай, Мехайвин, Убет, Хилель, Птурим. Если человек купил у них приятно пахнущее масло, Бет-Шамай говорит, должен отделить от него то, что нужно отделить, как от законов Дмая. Бет Гилель говорит, не должен. Теперь Гмара объясняет нам, Микеван шелакуле зера, лошня и давар зен зарокале, и давар шен зарокале. Неважно, какие семена для посева он купил. Есть семена, которые бросают в землю, они там разлагаются, и только потом что-то растет. Есть, которые не разлагаются. Любые семена, которые он купил для посева, от этих законов Дмая освобождены. Но, говорит Гмара, Амар Бьехана, Бетанека, кен, лекахоле зера, вехешем лале, нахила, баин махшава. Если он купил эти семена для того, чтобы их посеять, он от дмая, законов дмая освобожден. Но потом передумал и решил их есть, тогда должен будет отделить десятину и все, что необходимо по законам дмая. Или, и даже если наоборот, он купил для еды, должен был отделять то, что нужно отделить для законов дмая. Но потом передумал и решил кормить этим животных, все равно он должен будет отделить то, что должен отделить. В обоих случаях мы закон устражаем. Дальше. Таня. Энзор интевель, аваль мехафин тевель. Аваль мехафин тевель, им акум тевель. Теперь говорит, человек, который 100%, дма это мы не знаем, Амаарец отделил или нет. Человек, у которого есть урожай 100%, от которого он еще десятину и трумот масрод не отделил. Не имеет права этим урожаем пользоваться. Но он, и несмотря на это, он не может сказать, что я не могу есть его. Но я могу им посеять, не имеешь права. Не имеет права человек сеять семенами, от которых не отделил положенную десятину. И даже не имеет права покрывать. Кто-то посел, он хочет покрыть ее песком, землей сверху, не имеет права. Но если гой эти семена посел, имеет право ему эти семена покрыть песком, имеет право ему помочь. Дальше. Хахаве зара тевер патурчик вар абад. Но все-таки, если он забыл, что он не отделил десятину трумот масра, то, что нужно от урожая, и посел эти семена, он не обязан их снова собрать. Когда? Бедварши, эндар, коли и калет. Когда эти семена очень маленькие, их тяжело собрать. А вально то, что легко собрать, мы его штрафуем. Семена, которые побольше, и он их посеял без разрешения, он должен будет их снова собрать. Косвенно то, что элькето там бело цемах. А валим цемах, на асе двар, ше эндар, коли и калет. Это если эти семена еще не произросли. Да, большие семена. Но если уже они произросли, мы говорим, что как будто они уже разложились там, не обязан будет их снова собирать. Раби Йоханан, кад хава ахил афилу купат, афилу беа хава метакин. Раби Йоханан,
когда он ел даже куры, даже мясо или даже яйца, он отделял от них десятину. Спросили его ученики, амрула тармида, тармида, локен афилу рэби, локен альфинан рэби, асерта асерет кольт вадзар эха, духа шашна вашкин, ше еш баэн. Ученики сказали, вы же нам сказали, что нужно отделять. Тора говорит, отделяй десятину от плодов своего поля. Как от мяса отделять? Почему от мяса и от яиц он отделял десятину? Он устражал закон, он говорил, что я опасаюсь того, что тот, кто мне принес это сваренное мясо, эти сваренные яйца, и они были сварены в вине или в масле, от которых не выделили десятину, так поэтому из-за этого я ее отделяю, чтобы не нарушить вот этот запрет. Если он сам это делает, но не отделяет, значит так выходит. Два. Еще раз. Если он не отделяет, значит он сам это делал, да? Да, если тот, кто принес, не отделял, то тот, кто взял, он должен отделить, тот, кто купил. Ну, тот рабой, который отделял. Я не понимаю ваш вопрос, потом. Дальше. Гемара рассказывает интересную историю. Раби Ермия послал Раби Зера, послал Раби Зера корзинку с инжиром. И сказал так, но десятину и то, что положено отделить, он не отделил. Он сказал так, что разве Раби Зера съест что-то, не отделяя десятину, и послал ему. Раби Зера, когда это получил, он что подумал? Разве Раби Ермия мне пошлет что-то, что он не отделил, что он не исправил и не сделал пригодным уже для еды? Как бы то ни было, это думал так, это думал так. В конце концов, съели тевель, съели то, чтобы нельзя было кушать. На следующее утро они встретились, и Раби Зера его спросил: Раби Ами, ты мне вчера послал корзинку, ты от них десятину отделил? Он сказал: нет, я не отделил. Я подумал, разве Раби Зера будет кушать, не отделяя? Он говорит, а я подумал, разве ты мне пошлешь что-то, не исправив? И так, как бы там ни было, он съел тевель. Теперь говорит Гмара, что у нас, как мы знаем, есть специальная защита Всевышнего своих праведников. Он защищает их, чтобы они не сделали грехи, особенно те грехи, которые связаны с едой. Объясняет Гмара, когда это у праведников прошлых поколений. Как объясняет Гмара. Раби Аба, Барзвида, Бешем, Раби Зеира, Амар, Ин Хаван, Кадмае, Бене Малахин, Анан, Бене Наш, Вен Хаван, Бене Наш, Анан, Хамарин. Он говорит, Раби Аба Барзвина, со слова Раби Зера, что если предыдущие поколения как ангелы, то мы как люди. А если они как люди, то мы как ослы. Говорит, Амар Би Имана Бахишата Амринан Афилу Лахамре Раби Пинхас Бен Яир Ла Ид Админан Хамартина. Ла Адамнина. Он говорит, и не только мы, он говорит, даже мы не похожи на осла Раби Пинхас Бен Яир. Что было со словом Раби Пинхас Бен Яир? Рассказывает Гмара, что однажды ночью украли осла Раби Пинхас Бен Яир. И эти бандиты пришли, держали этого осла в своей пещере, и три дня этот осел ничего не ел. Почему? Потому что он ел от того, что не одели сын Трумот и Маасрот. Через три дня они сказали, смотри, это сейчас осел у нас умрет, вся эта пещера у нас протухнет, провоняет, давай мы его отправим обратно. Отправили ее обратно, он пришел обратно к дому Раби Пинхас Бен Яир, стал издавать ослиные звуки у двери, он сказал, откройте этому ослу, пусть он зайдет, он три дня ничего не ел, дайте ему что-нибудь покушать. Дальше дали ему покушать, он ничего не ест. Сказал Раби Пинхас Бен Яир, вы приготовили ему правильную еду, вы ее исправили, так, чтобы было ее можно кушать. Они думали, что он спрашивает, убрали вы оттуда разные щепки и камни и так далее. Он сказал, да, мы все сделали как надо. Он говорит, нет, вы убрали его от законов дмай. Вот эти дмай, то, что взяли эту солому или этот ячмень у амаареца, которому неизвестно, он отделил или нет, должны были отделить десятину, все равно снова. Пока не отделили, этот осел не ел. Хамим, что мы видим? Это не значит, что осел для себя устражал. Это Раби Пинхас Бен Яир устражал закон, что несмотря на то, что по закону можно, как мы сказали, для животных давать ячмень, еду для животных, не отделяя дмай, когда купили от амаарец, скорее всего, он отделил, так как он устражал это для себя, Всевышний помог ему, что даже его осел не съел того, чтобы его хозяин бы ему все равно так и не дал. Дальше, говорит Гмара, еще несколько историй о Раби Пинхас Бен Яир, легендарном мудреце и праведнике. Говорит Гмара, Амалун, дальше. Что он говорит, что я могу сделать, если этот осел для себя устражает? Но на самом деле, как мы сказали, так как он устражал, ему помогли, что даже его осел не ел. Вамрину дамаэн ахала, отделили то, что нужно было отделить, и этот осел потом съел. Другая история, что два бедняка оставили Раби Пинхас Бен Яир немного ячменя, два мешочка ячменя. Он ждал, пока они придут и заберут, они забыли про этот ячмень,
и ушли. Что он сделал? Видит, что он портится. Он его засеял, собрал, засеял, послал. И так несколько лет, пока он не собрал огромные амбары этого ячменя. И когда они вспомнили и вернулись, он сказал: вы не можете так забрать свои два мешочка, принесите ослов и верблюдов, чтобы вы забрали весь вот этот урожай, который я для вас собрал. Теперь по закону он сделал больше, чем того требует закон. Что он должен был сделать по закону? По закону он видит, что этот ячмень портится, должен был его продать, а деньги сохранить для них, чтобы они все свое не потеряли. То есть хранить его, пока он не начнет портиться, а как только начал портиться, его продать. Он сделал больше, чем того требует закон. Поэтому видим, для таких праведников Всевышний сделал чудеса, и их он защищал. Другая история с Раби Пинхас бен Яир. Он однажды пришел в селение, где люди сказали: Раби Пинхас, мыши поедают все наши пшеницу, не дают нам, не оставляют урожая. Тогда он сказал: сейчас разберемся. Собрал всех, дал приказ, что все мыши собрались. Собрались, один Раби Пинхас бен Яир, и вокруг его сотни, может, тысячи, я не знаю, сколько там мышей. И они там пищат на своем мышином языке. Он спрашивает у этих людей: вы знаете, о чем они говорят? Они говорят: нет, мы не знаем. Эти мыши говорят: эти люди в этом городе не отделяют десятину, не отделяют трумоту мазот как положено. Поэтому мы за них это делаем. И тогда сказал Раби Пинхас бен Яир: если вы пообещаете, что вы да, будете отделять, то больше этого с вами происходить не будет. Они сказали: мы обещаем сделать так, чтобы эти мыши наш урожай не ели. И на этом там эта история закончилась, что мышки оттуда разбежались по другим местам. Без радости продолжим еще несколько историй на следующем листе про Раби Пинхас бен Яир. Баруха Адонай Лаолам. Амин.